что мы, как Его дети, войдем в Его присутствие, оставим наши суетные дела, наши разговоры, все наши заботы за этими дверями и насладимся радостью общения с Творцом, радостью Его присутствия. Друзья, мы рады всех вас приветствовать в еврейской мессианской общине Орхамашех, Свет Мессии, где евреи и неевреи, как один народ, как один человек, славят Бога Всевышнего и исповедуют Иешуа, Мессии, Христом, Спасителем. Давайте мы воздадим Ему славу. Аллилуйя! Святый, мы превозносим и славим имя Твое. Господь, мы возвеличиваем Тебя, потому что Ты достоин всей славы, Ты достоин всей хвалы, Ты достоин всего поклонения. Боже, спасибо за то, что каждого из нас Ты сохранил, за то, что каждого из нас Ты призвал в чудный свой свет, чтобы мы были детьми Твоими, чтобы мы славили Тебя, чтобы мы несли Евангелие спасения этому погибающему миру. Дух Господень, мы ожидаем Тебя на этом месте. Дух Господень, мы ожидаем то, что Ты сегодня будешь производить свою работу среди Твоего народа. Мы открыты для Тебя, Господь. Действуй, прославляйся, являй свою реальность на этом месте. Благословен Ты среди своего народа. Благословен Ты в наших жизнях. Благословен Ты по всей земле. Вишем Иешуа Машехейну. Амен. Аллилуйя. Скажите, радость в Господе, сила моя. Скажите это. Я знаю, что немногие, потому что по лицам видно. Помните, я на прошлом служении рассказывал, как двое учеников шли, Иисус пришел, Иисус примкнул с ним, да, они шли после событий всех, которые происходили в Иерусалиме, они шли по пути в Емаус, написано там, там на расстоянии 10 стадий, это там около 10 километров, да, они шли и разговаривали, Иисус пришел, ну, стал рядом с ними и пошел рядом с ними. И говорит, о чем это вы так рассуждаете? А они повернулись к нему, и там написано, и с мрачным лицом таким. Говорит, ты один, наверное, не знаешь, что произошло в эти дни в Иерусалиме. Вы представляете? Я хочу вот повторить, чтобы оно у вас отпечаталось в сердце как бы. С мрачным лицом они смотрели на него, когда он стоял рядом с ними. Его присутствие было реальным. И в синодальном переводе там написано, что глаза их были удержаны. Понимаете, да? Но в большинстве других переводов написано, что их сердца настолько были ожесточены, что они не могли его видеть, не удержаны, а именно настолько сердце их было ожесточено, как бы, и забито вот этими всякими размышлениями, суетой, что они не могли его увидеть даже. Поэтому откройте свое сердце. Господь здесь. И если вам не совсем хорошо, у вас есть возможность войти в Его присутствие верой. Все, что мы делаем верой. И без веры Богу угодить нельзя. Поэтому давайте скажем, радость в Господе, сила моя. Еще скажи, радость в Господе, сила моя. Радость в Господе, сила моя. Радость в Господе, сила моя.
Скажите, в радости будем петь, славить Бога своего. Сейчас слова нам дадут, и в радости будем петь, славить Бога своего. Если во дары войдем, мы превознесем его. Нам дарует благодать, изливает силу нам. Постояние перед ним, перед ним награда. Яхве, Яхве, будем петь ему, прославлять его святое имя. Эй, Израиль, поклонимся Богу своему и воскликнем прямо на нас. Эй, 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 эй! Яхве, Яхве, будем петь ему, прославлять его святое имя. Эй, Израиль, поклонимся Богу своему и воскликнем в радости!
Катя, ну, поднажмите. А ну, сестры! Ну, что-то вообще никак. Сестры! Еще! Сестры!
ты чувствуешь, вот. Юрочка, а что там гудит так сильно? Сделай тише вообще зал, как бы. Нас не так здесь много. Вот когда ты нуждаешься особенно, и может ты споткнулся, упал, мало ли что происходит в твоей жизни. Но когда сердце твое направлено к Нему, знай, Господь, Он тебя не осудит. Он как отец, да? Когда ребенок просит хлеба, духа, он не подаст камень или не подсунет тебе змею. Понимаете? Вот потому-то нам нужно восклицать перед Богом, призывать Его имя, призывать Его имя. И духи небеса восклицают. И духи небеса восклицают.
Духа сильну, уповнену і чуємо шахейну битку. Господь, защита моя, крепость моя, на Него уповаю. Адонай Маха сильну, уповнену і чуємо шахейну битку. Адонай Маха сильну, восклицают, приди, Господь. Громче! И духи небеса восклицают, приди, Господь. И духи небеса восклицают, приди, Господь. Тот, кто жаждет, тот, кто жаждет, пусть приходит, живой воде идет. Живая, лучше жизни, так нужна, даром ее берет, даром ее берет. Знаете, что нам не надо платить серебро, золото. Это в Откровении сказано. Последняя глава Откровений, помните, да? И тот, кто жаждет, пусть идет к воде живой и берет ее даром. Он так любит нас,
меня любит так сильно и словно века и своей милости. Понимаю, что славы сияние затмило мои тревоги. Я восхищаюсь тьмой. Оправданы все, она словно океан, и мы в нем тонем. И как в объятиях сливаются вместе, так встретилось небо с землей мое сердце жестоко. Я знаю, жалеть об этом нет времени.
стою, как на скале. И строю дом свой на песке. Машиах мой знаю я. Он основатель для меня. Он упование мое. Я сердце отдаю свое. В тебе надежды и мечты. Моя защита — это ты, святой, святой. Защита мне, оставив всякий страх и грех. Нет, говорю я всякой лжи, которая придет ко мне. Святой, зажги меня своим огнем. С Иешуа строю планы я. Партнер он лучший для меня. Ведь он святой, святой, святой.
приближаясь к Твоей святости, мы понимаем, что без Тебя мы ничего не можем. Без Тебя мы ничего не хотим, без Тебя мы ничего не желаем. В Твоем присутствии, Господи, тают горы, и в Твоем присутствии тают наши сердца пред Тобою. Дух Святой, спасибо Тебе за то, что Ты действуешь на этом месте. Дух Святой, спасибо Тебе за то, что наши сердца, они открываются для Тебя. Они открываются для того, чтобы Ты производил в нас работу и чтобы мы преображались в Твой образ. Образ святой, чистый, праведный. Бог наш, мы благодарим Тебя за это. Непрестанно будем славить имя Твое, возвеличивать Тебя, поклоняться Тебе. За это прекрасное время. Спасибо Тебе, Боже, за друг за друга. Повернитесь и улыбнитесь своему соседу. Мы соработники на небе Божьем. Слава Иешуа Мессии. Давайте воздадим славу нашему Господу. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Святой! Слава Тебе одному! Превозносим имя Твое! Превозносим имя Твое, Святой Израиле! Возвеличиваем Тебя, Царя Славы, Бога Крепкого! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе! Аллилуйя! Слава, слава, слава Тебе! Во имя Иешуа Мессии! Амен. Слава Господу. Сейчас у нас, друзья, молитва за детей.